Мы строим мир под таким названием. В республиканской столице на базе республиканской библиотеки имени Халимат Байрамуковой состоялся концерт юных талантов из 11-й школы Черкесска. Подробности у Али Баташева. Цель фестиваля – формирование представлений о мире через культуру. На груди у каждого участника бейджик с тремя кружками, символизирующими любовь, красоту и знания. Белла Озова считает, что любовь к культуре своего народа лучше выразить через красоту национального танца. Это помогает людям лучше понимать друг друга и создает пространство для дружбы и добрососедских отношений. Это же Международный день дружбы. Я полностью за дружбу и хочу, чтобы в мире все дружили. Поэтому я и согласилась участвовать в этом фестивале. Я выступаю с национальным танцем. Мне кажется, надо продвигать культуру национальных танцев. Юлия Сорокоумова исполнила русский народный танец. В программе фестиваля прозвучало много стихотворений о войне и мире. А еще дети с удовольствием рисовали и пели. Песня Виктора Цоя «Кукушка», спетая хором под аккомпанемент гитары Аслана Махова и испытанная временем «Катюша» воодушевляли и объединяли зрителей и юных артистов. Сотрудничаем с библиотекой, с национальной, с нашим, постоянно проводим мероприятия, объясняем детям, что такое дружба, что такое верность, что такое преданность, что такое мир, чтобы мы дружили не только между собой, но еще и национальностями, странами, городами. А это международная эстафета, то есть празднуют Карачаево-Черкесия, мы выступаем как центр образования, Барнаул, Москва, Воронеж, Новгород. Мы сегодня передаем эстафету в другой город, город Воронеж. Дети разных народов России хотят жить в мире без фашизма и терроризма, в котором можно дружить и заниматься творчеством. Али Баташев, Расул Бердиев, «Вести Карачаево-Черкесия».